12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В этом году основному закону страны исполняется 25 лет. Она была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Ныне действующая Конституция – пятая в истории России, но первая, принятая всенародным голосованием. Конституция – основной закон государства, является ядром всей правовой системы и определяет смысл и содержание других законов и подзаконных актов, которые не могут противоречить ее нормам. На основе одной из нескольких ее статей складывается целая отрасль законодательства или права. Конституция 1993 года впервые признала высшей ценностью права человека, а не идеологическую. Догмы и поставила на первое место демократические свободы и личные интересы граждан. Когда человек не знает, как ему правильно поступить в сложной моральной ситуации, ему обычно советуют «поступай по совести». Когда в подобном затруднении оказывается государство, оно должно поступать по Конституции. Конституция России – это совесть нашего государства. В этом ее главный смысл и практическое значение.